Перша ж поїздка до Донецького аеропорту в 2014 році подарувала Аліму Бороденку такі враження, які його емоційно виснажили. Коли вже дістався своїх хлопців, єдине, чого хотілося – відпочити. Мені сутки треба було просто відійти. Чесно скажу, от це як тільки приїхали у башню, всі там попадали спати мертвим сном, а тут ж не спиться, тут что-то я ходил, голова раскалывается, как потом оказалось, контузия была, естественно. Пошел, нашел таблетки какие-то, до утра перетерпел, потом, честно, хотелось водки. Просто бахнуть или еще уснуть, ну, так как не было возможности. Перетерпел, все на таблетках просидел пару дней, башка перестала болеть. А потом пошли шутки, своя жизнь в башне. Подмели пол, там поубирали, танк бахнул, все осыпалось. Ну, кожаные диваны. Примета такая, что мы решили просто, как только поубираем, так и обстрел. Ну, решили не убирать. Два дня потерпели, все равно обстрел. Поубирали, обстрел. Кот с нами жил, по нему ориентировались. Если спит на диване, все нормально, стреляют, значит, все нормально, не попадут. Если кот прячется, мы тоже. В башті провели близько тижня, може й більше, там час плине зовсім інакше, говорить Алім. Особливо чекали, коли настане ніч. Адже тільки вночі противник трохи припиняв обстріли. Інколи навіть можна було насолодитись тишею. Лупили цілий день почти, і в 6 утра добре утро нам, то танк, то ЗУшка, там, то ще щось. І так до вечора. Ну, там, звісно, у них був час обіду. Мы как раз обедали, там, на вечер еще нам насыпят, все потемнело, все хорошо, слава Богу. Ложимся спать, знаем, что ночью все будет хорошо. Обстрела ночью в основном не было. Ну, с вечера начинались другие проблемы, начинались ДРГшки подлезать поближе, то есть разведгруппы их. Ну, давали им немного, потом ложились спать. И утром опять 6 утра, доброе утро, и вот так целый день. То есть утром просыпаешься и ждешь, когда уже вечер стемнело, чтобы перестало гупать. Бо, чесно говоря, я думав, що вона туди упаде, ця башня, вона вже шаталась зовсім. Хлопці в будь-який спосіб намагалися закріпити свої хиткі позиції. І хоч трохи додати комфорту в приміщеннях напівзруйнованої вежі. Окна питались там заліпити, чим прийшло. Тільки знайшли ящик пени монтажний, оторвали від шкафів. Там шкафы старые, оторвали ДВП, вот эти куски сзади. Давай к металлопластиковым окнам прибивать, чтобы не так сквозняк дул. Прибили, пеной обдули, сели, закурили, танк бахнул, все попадало. Покрыли матом, все пару не могли подождать полчаса. Полезли опять лепить. В аеропорту у кожного були свої обов'язки. Кожен знав, де його позиція і що робити, якщо почався наступ. Чергували цілодобово, адже від цього залежало життя абсолютно всіх, хто поруч. Є точки наблюдательні, да? Там 3-4, смотря где. В той же башні скільки там, 3 їх було. Да? І по очереді кожен вот это сидів возле вот этого окошечка маленького. Затуляли окна там, сейфами і прочим остальним, делали бойницю. Это вот каждый по очереди, да. Каждый по очереди сидел в вот этом окошечке, наблюдал, чтобы не подошли близко. Как днем, так и ночью. Время подошло, 2 часа отстоял, там 6 часов, пытаясь, занимаешься там бытом, чисткой оружия и прочим остальным. Если начинаются там какие-то движения с их стороны на держать оборону, тогда рассыпаемся, каждый знал, кто где упадет и кто с чего стреляет. И все. Побежал, занял свое место. Упал и насыпаешь. Просто. Да. Спишь. Конечно, было там от скуки проявляли инициативу, да, там. Например. В чем она выражалась? Ну, сидели скучно в башне. Там. Те валят и валят. Давай что-то хоть в ответку дадим. Давай. Пришло время обеда. Мы за АГС, давай тулить этот АГС. С башни самой не стрельнешь. Давай с перехода. В переходе там порог высокий, не дает, там окна, рамы вот эти не дают. Давай на улицу, давай. И 3 человека, 2 с АГСом, я на прикрытии, третьим, давай побежали. Отбахали в ихнюю сторону. Куда? Ну знаем, что по ним там, что есть там где-то. Попали, не попали. Отстрелялись и быстро назад. Не было. Ну естественно. Отстреляли, все, короб подстреляли, перезарядили назад в башню ждать ответа. Было там, что кому-то показалось, что тень там какая-то мелькнула за башней. Ну, что пошли, люк открытый, не знаю, из люка они вылезли или в люк залезли, кинули туда гранату, поржали назад, все. Ну, так каждый день какая-то история.
Весь час в аеропорту люди жили в постійному напруженні. Якщо б не жарти, можна було збожеволіти. Намагалися знаходити позитив. Пытались друг друга поддерживать. Понятно, что на каждого смотришь, каждого страх в глазах, а тем не менее, каждый пытается шутить, каждый пытается подковырнуть и прочее. Поруч із тим були моменти занадто неприємні. Алім розповідає, що найстрашніше – зовсім не обстріли. Ерунда, когда нету что покушать. Но самое страшное, когда нету воды. Это самое печальное. Воды, да. Было двое суток у нас было, что не было воды. Парни нашли где-то, там же получается офисы еще были по бокам. В офисах, правосеки там полезли. В офисах нашли бутылку воды для растений, кто-то там держал, она уже аж зеленая была. И вот это через марлю процедили, литр воды, вот это на 12 или 15 человек нас там разделили, попили, все. А с еды осталась сгущенка и галеты. И думаешь, покушать, все, запивать надо. После сгущенки воды охота, воды нету. И так. Ночью танкисты прорвались к нам, привезли воды, то была радость. Нестачу води або їжі важко було витримувати фізично, важче витримувати біль душевний. Страшно, коли від безвиході опускаються руки. Естественно, смерть пацану – це одно із самих тяжелих. Це тяжелое, да. І коли йдеш, знаєш, куди ти йдеш, вже після аеропорту, вернее, там же, под аэропортом уже, но не в самом аэропорту. Когда мы шли, знали, куда мы идем, что там просто окопы по пояс и сутками тебя кроют, вот это было тяжело там сидеть. Просто сидишь как беспомощный, по тебе валят, а ты ничего не можешь сделать в ответ. Вот это самое страшное было. То есть сутки день отсидел, там 12-13 часов. Приезжаешь на базу, думаешь, все, вот это крайний мой выезд, пускай стреляют, но я больше туда не поеду. На следующий день идешь, ищешь себе какие-то штаны на подменку. Ну что ж, я в грязных штанах туда поеду. И тем не менее, как-то тяжело. Были моменты, когда во время боев даже там сидишь уже, думаешь, все, пускай лучше убьют, но я уже вставать не буду. Неохота, не могу, сил нету. Там, ну і в баню зараз, ще сібари тут не хазінували. Вперед далі. А інколи досвід допомагав отримувати фізичну втому. Але краще так. Старий воїн, мудрий воїн. Коли везли неізвісно куди, я хватав стопи, що коли присів, не мог встати з грузом на себе. Ну, понимав. На всякий случай. Да, ну, вдруг, мало ли, вдруг пригодиться. Алім каже, що поруч завжди були люди, які його вражали. Серед простих солдатів багато героїв. А ще вражали місцеві жителі. Жертви пропаганди вони зустрічали українських військових з насторогою. Але згодом стосунки складалися. Случай був, коли ми ще до аеропорту, коли Слов'янськ брали, то виходить кінець іюня, початок іюля. Ми зайшли в село в одному маньки. Там стояли. И вот это ж... А зашли черные, грязные, не мытые, не бритые. Так, с полей сняли, закинули в село, зачистка села, все. Выбили оттуда сепаров. Ну и, естественно, при зачистке там люди шахаются. Все, бандеровцы пришли. А тут бандеровцы начинают на русском языке разговаривать. И они ж не могут понять. Да что ж это за... А там акцент, как у нас тут в селах разговариваем, да? Точно такой же акцент. Вот эта смесь, суржик, вот это русский, украинский. Mm-hmm. Да что это за бандерильцы пришли, Манька? Чего? Ну, иди подивись. И потом люди, конечно, естественно, приняли нашу такие первый день. На следующий день мы, там, естественно, электричества нету. Видим, стоит башня водонапорная. Воды в селе нету. Давай генератор подключать башню, качать воду на село. Бойцы там пробежали по селу, бабушкам сказали, включать, и будет вода. То есть на следующий день пришли первые разведчицы, бабушки. Можно телефон зарядить? Естественно, света у них нет, у нас генераторы работают. Ну, естественно, можно. Ну, при одном условии, бабушка, что ты сейчас позвонишь сыну туда и прилетит тебе в дом что-нибудь, подарок какой-то. Обязательно только так и сделай. Скажи, где стоят наши БТРы, где стоит то-то. Не-не, я Досе позвоню, там узнаю, как дела и все. У меня сын не воюет, все, они уже... В общем, на третий день, когда мы оттуда выходили, они не хотели нас выпускать. Бандеровцев, фашистов.
И такой момент, прибежали бабушки забирать телефон уже перед выездом. Я заряжал им телефон. Говорит, сынок, а правда, что под Киевом строится концлагеря для жителей, для нас? Кажут, а не только под Киевом, по всей Украине строить, вас же много. И смеюсь, они, от падли, надурили. Ну, жизнь наладилась в селе после того. После того наши парни заезжали туда, уже когда освободили Славянск. Просто проезжали мимо, заехали в село там бабушкам узнать, как дела. Потом встречали как родных. Ще до мобілізації Алім займався футболом. Війна – не причина, аби забувати про своє захоплення. Особливо, коли випадково знаходиш м'яч. Нашли полуспущений баскетбольний м'яч. Обстріли ми закінчили, з підвалом вилізли, футбол поіграли, там жили в школі. Подбігали, опа, опять свистить. Ну, в підвал, м'яч з собою. Там прилетело... Ти один на 7-метровий забіг. Спортзал прилетело, развалило, короче, пол спортзала. Ну, пол спортзала почистили, ну, баскетбольным тем же мячом 33 там играли. Где Олимчик? Олимчика нет. Идем пока по школе, пройдем. О, играют три человека, там пол спортзала осталось, все развалено. Они баскетбол играют, делать им нечего. На, были моменты. В квітні 2015 року Алім демобілізувався. Попередній рік був важким. Але і перші місяці на мирній території теж були, якщо не важкими, то дивними точно. Сразу в шокі був ізначально. Місяць я ходив, ну, смотриш на всіх, тут же життя тече своїм чередом, так сказати. У нас що, війна? Де в нас війна? Слышно, що війна йде? Не слышно. Тобто ізначально місяць був в шокі. Говорю, как тут все ходят свободно. Иногда первые дни вообще ходили там, я помню. Я заходил на ЖД вокзал в Николаеве, я смотрел, где можно залечь тут в случае боевых действий, где упасть здесь, спрятаться. Такая реакция была. Потом как-то освоился. Начались уже будние дни, так сказать, семейные. Работали дальше и прочее остальное. Ну, назад рвался, наверное, месяца два или три, но понимал, что хорош. Двое дітей, родителі старенькі, куди вже. Алім Бороденко багато років працював у галузі культури. Після участі в бойових діях кардинально змінив життя. Його нинішня професія до культури не має жодного відношення. Він – поліцейський. Об'явили набор, да? Думаю, там, мабуть, все куплено. Ну, попробую. Заповнив анкету, відправив в електронному виді. Пришло приглашение на этот самый тест издать. Да, думаю, съезжу. Приглашают, съезжу. Поехал. Ну, сдал. Нормально. Ждите. Жду. Медкомиссию пройдите. Пошел медкомиссию, прошел. ФИЗО сдайте. ФИЗО сдал. На собеседование явитесь. Явился. Я еще до конца не верил, что это. Приглашаем вас на учебу. Ну, думаю, два месяца поучат. Потом выгонят. И все. Нет. Оказывается, еще работать заставили.